заснул. Доброе утро, страна. Я сейчас тоже иду рвать. Ну что, дорвали мы. Сейчас уже без 15:07, мы уже дорвали. Еще 10 рядков прорвали. Да, и уже включили капельный полив. Сейчас будет накачиваться, да? А, вон уже капает, да? В общем, поработали мы сегодня. Да, вот тут уже капает, уже видно, что блестит капельки на солнце. Вот оно капает. Если капельный полив бывает рвется, то вот так вот его изолентой видно водичку. Всем доброе утро. Я уже взяла мисочку, свою любимую Икею, и иду рвать майку. Будем сегодня варить компотик. Степаша вот тоже уже рвет, и я сейчас буду. Но мне надо только мисочку пока. Ты уже начал, да? Вот она уже поспела, гля, наверху вообще черная, да? Ну тоже эту ветку надо спиливать, все равно туда никто залазить не будет. Чтоб сержуня ее, знаешь, как это? Так, нарвали мы вишенки, Степаша ведро, я вот мисочку на... Ну, Степа же с этими, с хвостиками. Короче, майка, склянка, да, у кого как это называется? У нас это майка. Захожу проверять детей. Доброе утро, мальчишки мои! Доброе утро, мои мальчишки! А! Чё, писался? Это Афоня. А, это Афоня тебя писал? Афоня! Она сама меня писала. Да? Давай иди, топ-топ. Как он мог тебя писать в памперсе? Ты что, так сильно спал? А теперь я в шортах. В шортах? Хорошо, тогда трусы в стирку, ладно? Ну что, я сейчас буду манку варить на завтрак. Еще у нас остался этот клубничный соус, из которого мы делали мороженое. Специально оставила, чтобы сегодня для манки его использовать. И, в общем, будем готовить завтрак. А у вас что на завтрак? Напишите, чем вы любите завтракать. Очень интересно. Может быть, мы тоже что-нибудь в вашем стиле приготовим. Доброе утро, Антош. Да. Что ты кушаешь? Майку. С соусом? Да. А ты что кушаешь? Тоже манку с соусом, Афонечка? Гриша, ты не хочешь манку, да? Ты не хочешь манку? Пышка вон одна. Съелись уже. Такой, вот этот, который вот так грустный, такой. Какие-то бурундуки тут сейчас смотрят. На Микки Лоди. На самолет. Да? Бешуль, что у тебя на завтрак? Расскажи нам. Бабуль, тебе манку давай? Будете? Потому что Гриша не захотел манку, он отбивнушку. Будешь манку? Я хочу пахать. Не хочешь? Устал. Устал? Ну все, чтобы тогда не пахнуло. Пошли. Я так тоже. Ты другой дядя, он сейчас уедет. Пошли. Ты идешь? Антоша сейчас идет куда? Скажи всем. Пахать. Пошли. Там он дедушка с бабушкой, еще там другие приехали, да? Соседи работать, да? Бабуля с дедой Аглей сеет. Да, бабуля? Дедушка ждет тебя, давай сейчас. Слушай, ты будешь заортать, иди. А потом барановать пойдете. Иди с дедушки. Вот по дорожке только. Горы подсадить. Сюда, сюда, он идет.
А вот мамуля укроп это сажает, вот такие Gold красные, Chrome, да? Gold Chrome называется? Угу. Вон пачка. А, ага, сейчас я покажу. И Антоша уже весь, все, весь в работе. Такой вот укроп сеют. Gold Chrome. Такая вот штука. Ребята наши гуляют в песочке. Я сейчас пойду компотик ставить из майки. Так, ну что, поставила я уже компотик вариться из майки. Чисто майка и сахар и вода. Все, ребята там гуляют. Один вон в песочке. Вернее, два. Два в песочке. Решил, иди сажай его туда, подальше, к себе. К себе сажай. Папуля! Давай, иди сюда. Вот он поливает. Угу. Все, будут гулять, да? Ну и уже. А Фоня не драться. Он мой мост, кажется, разрушил. Нападение, Гриша! Нападение на русскую страну. Ля, ля, встал. Сонька с нашей кнопочкой, да? Гуляет тут. А Фоне нельзя. Антоха, как всегда, пахает с дедулей. Или как это, культивирует, пашет, не знаю. В общем, с мотоблоком они. Мотоблок называется крот. Ага, а, они баранут, баранят, баранут, вот там такие бороны у них крутятся. Вот эти, по-моему, они сами сделали. Одни Степа подарил, а другие уже потом Сержуня сварил. А что ты там достал, Антош? Мороженое. Да? А какое оно? Клубничное. Да. Оно еще холодное еще, да? Все будем вытягивать. Немножко под теплую воду и достаем. Так, что я делаю? Значит, замораживать сейчас буду клубничный соус, вот из которого мы делали мороженое, мы потом зимой достаем. Вот сейчас делаю маленькие порции, потому что в том году у нас больше съедалось вот те стаканчики, что большие, с малиной мы их больше любили, а те, что с клубникой, не, ну, оставалось, в общем, поэтому буду маленькими порциями. Здесь у меня варятся собачки, на режим суп я поставила здесь крупа, вода. Мясо, костный фарш. Здесь я не размораживала, я что-то забыла. Вот костяшки для супчика. Будет рисовый суп у нас. И все, сейчас заложила посудомойку. Все, что не поместилось, сейчас помою и буду готовить супчик. У нас медик. Сержуня купил майский мед. Нам и родителям 1800 стоит трехлитровая баночка меда майского. Класс, он пахнет вообще безумно, я уже понюхала. Так, Женевкина еда готова. Здесь у нас пшеничная кашка и мясокостный фарш. В мультиварке. Налила. Так, налила я супчик, чтобы остывал. Вот такой вот получился из баранины. Так, я пошла закатывать компотик, хорошо? Так, ну что, компотик уже закипел, сейчас будем закатывать 5 баночек. Давай. Это 1, 4. 5. 5 баночек. Нет, вот такого. 4. 4, а ну еще раз посчитай. 5. Ну считай, Гриш, тихо, дай Антоша посчитает. 5. Сколько? 5. Правильно. 5. 5 баночек вот такого 5. Красивого розового цвета. Компотик из майки у нас. Так, ты суп будешь есть? Да! Ну давай, иди садись. Ну, давай, давай. На супчик.
Я уже свой ем. Яичко. Компот, хлеб. Да? Всем приятного аппетита. То есть это вареное тушеное яичко. Всем приятного аппетита, дорогие мои. Да. Пока. Я вас люблю. Пока. Пока. Ночи. Мы послушали слово. Отдай это. Когда? Отдай это. Когда? Так ешьте. Вставать, Зай, когда ты поедешь в Россию. Ну я еще не знаю, блин! Теперь я! Россия! Россия! Это не кричи, папа, страна! Россия! Россия! Это скоро! Митчево ходили! Гриса у Слопи казался! Все? Я сейчас стою, жду под деревом Антошика. Гриша, значит, сидит в комнате, слушает Афанасия. Когда проснется, будет нам кричать. А мы сейчас с Антошиком пойдем еще раз, ну, мисочку икеевскую вишенок нарвем, чтобы еще поставить закатывать. Блин, я сейчас попробовала компот, там совсем буквально, наверное, кружечка осталась. Офигенный вообще такой, кислота, вот очень приятный вкус. Попробуйте, если у вас есть эта склянка, майка. Не знаю, как это у вас называется, в общем, такая вишенка. Нет, мы сейчас туда, до вишенок, пойдем. Антоха взял ведро, да? Покажи. Пошли рвать. Так, ну мы пришли. Сейчас я тебе веточку опущу, и ты будешь рвать, хорошо? И ты на лесенку станешь. Я же буду тебя держать. Сейчас только веточку надо опустить, ладно? Мы пришли, как раз тут тенек. Сейчас ветерок, хорошо, не жарко, да? Да. Потому что вообще сейчас 12 часов, солнце жарит, конечно, очень хорошо. Не лезь пока без меня. Сейчас... В общем, будем сейчас вон уже все красное. Хорошо, хорошо, сын. Так, ну что, Антоха, показывай, что ты тут делаешь? Вишенки. Вишенки. Маме, а ты надо сделать. Ну давай, высыпай. Ваша. Я, значит, залазила на лесенку, на крючочек на вот этот вот вешала ведерко на веточку, ну, да? Покажу, давай, что ты высыпал, да? А Антоша потом подавала, и он высыпал, да? Вот так. Да, и вот мы нарвали мисочку, да? Все, пойдем варить опад? Да. Да, чарила. Поставь ведро опад. Вот опад, он варит, оказывается. Да, чаракалач? Тебе помочь? Это на это горячее? Нет, конечно. Все? Теперь можно пойти полежать, да? Пошли, да. Полежим. Где? Ну, кстати, без 20 час. Пошли полежим чуть-чуть и выйдем еще на улицу, а то там очень жарко, хорошо? Мама, там еще смотреть. Угу. А, Фанька проснулся, с папой спал. Ты проснулся? Папа еще спит. А Антоша плетет браслеты, да? Сейчас будем печи паста, мам. Ну говори, я же тебе снимаю, рассказываю, что ты делаешь. А пока его выключай. Я не выключаю. Дайте тянуть печи. Вот. Берешь резиночку. Вот так делаешь ее опять. И вот так делаешь. Делаюсь. Видите, какая уже? Получается такой разноцветный браслетик, да? Да. И теперь я такую резиночку беру. Афоня. И вот так делаем. И вот так делаем. Делаем. Бывают Бывает разноцветные, бывают неразноцветные, да? Да. Давайте печи отчава. Угу. Вот берем вот так. Берем вот так.
Я чуть-чуть начинал печи и чего? Еникую бьем. Делаем зеленикую так. Бывает, я тренты белые тренты. Вот и дечки. Сердечки даже, да? Да, вот забыла. А кто же это все вам купил? Дедушка Йоса Афанина Деня. Там мы можем печи. Надо сказать спасибо дедуле, да? Мы забыли, да, мама? Ну скажи сейчас, девушка посмотрит видео и скажет, тут молодец какой он, Паша. Спасибо, дедушка Йоса. И бабушка Галя, да? Бабушка Галя. Ну все, давай плети, я пойду чуть полежу, ладно? Мам, сюда только поставь. Плети. По фоне гулять будет. Мам, тут только... Ребята там гуляют. Вы что, там все под кроватью, что ли? Да. А Фоня? Фоня нет. Ну все, я пошла компот закатывать, хорошо? А. Антоша нас выдал. Это не Антоша, это я вас сама нашла. Гришка. Дедушка пришел, пошел их искать. Это дедушка мне нашел. Еще закипел компотик. Сейчас я намыла 5 баночек. Буду сейчас все закатывать. Ну что, закутала еще 5 баночек. Сейчас пойду еще вишенки. Сейчас только 3 часа, еще успею нарвать. Беру свою икеевскую миску, свою норму. И пойду сейчас еще вишенок нарву. Еще поставлю компотик. Сейчас я рвала вот на вот этих вот маленьких деревцах. Вот это вот одно, это какие-то старые такие деревьями же. Они уже вот были повалены. Вот это вот вообще раз чехлилось. Вот такое очень старые деревья. И у них прям с верхушки посрезали. И вот они попускали новые веточки. Вот здесь вот я обрывала. И вот это такой же, как кустик сейчас выглядит. Но это обновленное старое дерево. И вот нарвала. Сейчас еще пойду дорву, чтобы до миски ну, относительно полненькой. И вот еще такое же старенькое деревце. Здесь вот чуть-чуть вот вишенок, но они прям уже вообще черные. Сейчас их оборву. А вот родители включили Gold Spray, и тут радуга. Я не знаю, будет здесь на камере видно, но, по-моему, видно, да, радугу? Такая красотень. В общем, родители уже, ну, вы, я думаю, видели уже. Папа, мама тоже приехали. Включают сейчас везде поливы. Вот здесь вот Golden Spray включили. Так, как ты думаешь, на ночь выходить работать? Афонечка пасется. Ты пасешься, Афонечка? Да читаем. Я читаю, сижу, и не читает. Кто там? А мы же кушаем сейчас супер еду. Домашний сыр с медом. Вообще, да, прикольная штука. Мне Афоне тоже нравится майский мед. Афотя! У него полный рот, Вера. Он еще не проживал, то? Он думает. Вкусно, сынок? Да? Ищи, Гриша, ищи! Гриша, зови! Я плохо! Ау! Где Гриша? Ку-ку, зови Гришу. Гриша, зови Гриша. Ау! Ау! Ай! Ты там ложкой стучит, Афон. Ау! Я тут
я прячусь, он так балдеет, что это за живая карпатская? Тихо, тихо, тихо. Тихо, шафы. Да деда. Дедушка, осторожно, а то он это сейчас мне как по морде дал, вот этой штуковины. Когда я с ним тут лежала, он как размахивается и по морде. В смысле, по лицу. Ага. Последнее слово сейчас скажу. Я заботаюсь. Вау. Как тебе, Гриша? Не жарко, нет? Нет. Что ты придумаешь у нас? Я не знаю, что у меня тут. Жизнь нормальная. Я в спальне. Братва, что вы там делаете? А куда нам сегодня вечером ехать? На барбекю, короче. Угу. На мою маму. Там его крёст. Угу. Так вы сейчас дрова убираете, да? Ну да. И угу. Ну давайте, убирайте. А Фоня тут тоже, видите, ванны солнечные принимает. Уже, правда, у нас тучи зашли, ветерок поднялся. Ветерок и тучки вон бегают. Папа, вы сложите, папа отвезет. Гляньте, какие тучи красивые, да? А у нас вон уже даже маленькие помидорчики. А я еще не показала, мама уже вырвала сегодня два маленьких огурчика. Вот такие помидорчики. Розовые, по-моему, должны быть. Афоня все деда заметил. Уже сейчас будет пищать. Дедушка с бабушкой. Афоня все увидел, деда увидел. Это сам спрел. Маленький спрел и босой. Скажи. Вот маленький и босой. Это сам, да? От Венгрия. Угу. И дечками. Только и дечками. Молодец. А что это там? Под кожником были дрова, и вон там дальше. Мы их убрали, я большие санки имею. А еще не так усыпь, просто сейчас покажу. Гришка, не надо. Вот это вот. Трудно, да? Да, но у меня синькова сила, я поеду. Ясно. Ну что, пошлите прогуляемся? Ну, пошли. Антоша на самокате, да, Антош? Я наделась сейчас. Давайте. Поехали, Антош? А, прикольно. Бандит в багажнике. Ну поехали. Ну поехали на своем. Знаем манер. О, такой. Я. Топорик. Антоша учится на велике. Папа ему подогнул колеса, иначе тут на хуторе по-другому никак. То есть стороны маленькие колесики. Давай. А я вам покажу, как драться топориком. Сейчас Антоха будет ехать. Давай, выравнивайся. Давай. Папа, у меня топорик. Больше нету сил, ну тогда загоняй велик во двор. Зато покачусь. Хорошо, ну давай тогда на лавке чуть посидим, давай. Я воды принесу. Ну пойди попей, я не хочу. Что за любовь? Бабушка мне сделала, пораньше. Да, он же легенький, бабуля. Да. Даже легче, ой, чем Марго. Ой, он тебе наплюл и этих. Молодец. Я сам. Красивые какие, мам. А это маленький и босой. А где ваш папа? На работу его что-то там вызвали. Я не знаю, охрана.
Угу. Так что там дедушка делает? Дедушка, а ты нижние листики, да? И подвязываешь уже, да? Это для работы, помидорчики. Вот отсюда он начал. Без листиков теперь они без нижних и подвязаны. А там уже он вообще на втором рядку и помидорчики висят, да? Сейчас Женеву выпустим, да? Она Афоня скулит. Женева скулит. Сейчас еще разок Женеву выпустим. Женевка! Женевка! Женевку выпустили уже второй раз, а то скулит, хочет бегать. Женя, говоришь, положи этот крючок, повесь вот туда, где папа колеса качает, ладно, сынок? Гриша сделал корзинку, да, Гриш? Он на рынок. Так, Женева, Антоша, сюда веди ее. А Фося на велике. Гришуль, ведите сюда Женевку. Женева, чтоб там она по огороду не бегала. Глянь, уже нитки у дедушки утащила. А ну лови, скорей. Женева. Ребята тут в окушке гуляют. Я там у нас сижу, тут на складке сено. Угу. Дай сюда, не надо. Я здесь звоню кому-то. Не надо никому звонить, родной. Гриша там стреляет. Антоша звонит, да? Кто там? Кто там, Антош? Кто? Галя? Да, вон. Кто там? Там. Баска Галя! Я тут с колесой! Я тут с колесом! Все, патроны готовы! Папа, я тут... Секи! Фоткай меня, будет прикольная фотка. Как будто я заряжаю. Угу. Подожди-ка, вот стой, сейчас еще. Угу. А теперь вот это мой. Как я заряжаю. Все, готово. Ребята уже в летнем душе, и я сейчас тоже пойду. Сегодня мой первый день. Ну, потому что такое жарило, да? А теперь такие тучи заходят. Вообще ужас. Давай, ну. А у нас какое-нибудь окно открыто? Ой, закрыто? Нет, ну, ну там не забивает. А там я закрыл. А в машине не знаю вас. Ну, я просто нет. Бери зонтик, пап. Вообще такой дождь. Машину побежал закрывать. Они передавали сегодня дождь. А, вообще туча, да, как она быстренько он так... Он синоптиков обдурил. Она так, ну уже быстренько и сотерла. Ну что, гля, как с этого, с жёлоба, да? А, крыша помоется. Плещет. Ага, у детей там мостик как раз, все нормально. А это ж я ложил туда, вот это вот. Сейчас было нам вот так вот, потом косить, она мешает, и ее яму, да, вот здесь. Ну. Все, ты закрыл? И? Все, мы собрались, да?
Иди садись в машину, с той такой стороны. Здесь уже Афонька сидит. Афонька сидит. Афонька сидит. Давай, с той стороны. Антош, не обтирай машину, она вся в пыли. Давай, заходи. Вон какое небо. После дождичка, но дождик еще маленький идет. Я тоже собралась, сижу, мне сейчас Женевке косточку кинет. У меня сегодня шорты, несмотря на то, что дождик, ну и шлепки. В общем, я такая никакая. Вот, в общем, едем на шашлыки. Там в честь чего шашлык? В честь того, что сварила родня. Ну, не родня, они кума своего Мызина просили сварить качелю, вот эту на цепях, которая катается. Такая лавочка качеля. И он сварил, в общем, за пару дней. Вчера и сегодня. Поэтому сейчас поедем смотреть. Приехали мы, а тут такая очередь, слушайте, в этом магазине пивном. Гляньте, прям вообще. Тут, походу, пиво круто продается. И вообще возле магазина прям очередь. Давай, сейчас Антоша тут покатает. Антоша скажет. Мы перевезем сейчас. Антоша будет катать, да, Антош? А кто тут? Маргарита! Привет! А что это за тетя такая? Кто тебя держит на руках? А? Мама! А Пиина? Помогите! А здесь кто едет? Михаил? И Алинка. Алинка, ну рассказывай, что же тебе подарили на день рождения? Все такое, что наверное, что вкусное, что полезное. А если что невкусное, то тогда можно перестать что-то есть. Если оно невкусное, то тогда выкинете его. Вообще. Если вы что-то нашли другое в магазине, то тогда берите его. А что и вкусное, что на дороге попалось, не берите. Поняла, Маргарит? Да. Ты поняла? Нам уже позвонили, мы уже списка в садике. Да вы что, Михаил идет? Когда же он идет? Что, с днем рождения? Мызин, покажи свои руки, покажи. Это ради них мы тут собрались. Ой, Вадик, привет. А я тебя и не заметила. Вот же качеля, но еще без досочек, да? А это для этого, чтобы целились. Это что, класс? А уже покрасили, да, даже? Да, чуть-чуть, вон то. Ага. Афонечка! Афоня уже хочет ползать. Надо, наверное, с этой так тут дождя и вообще не было, да? А что у вас был там? Вообще лупил, Вадик. На хуторе? Да. Кажется, она так будет ходить. Цветочки. Какой материал, это 20-40. Цветочки. Привет. Цветочки. И запах снимаю. Шашлык. Шашлык. Шашлык тут жарится. Дождик, предупреждаю, дождик. Тут не было, ты видишь, сухота? Есть дождик. Да? Капает? На меня капает. Где дерутся? Да. А как там дерутся, покажи. Так дерутся? А ну, вот папа, это Саша, наверное? Да. А это дядя Ваня приехал? Тоже на самбе ты был? Я только с работы. Афоня танцует. Афоня танцует под любые, да? Танцуй, танцуй, сынок. Вот так, танцуй. Ну что, что ты видела тему с серым, то это я все красила. Угу. Так что мне пришлось потрудиться. Афонька? И в конце все смазал. Разбил кружку. Сережа, Сереж, держи ее. А зачем ты ее разбивал, Сережа? А я нечаянно ее. Да? Она, это я шел, это у меня две руки были заняты, это вот держала кружку. Еще и семечки, Вера. Ну-ка. И выскользнула. Ну ясно, ну ничего страшного. Купите новую, да? А какую, хоть икеевскую, но? Да. Да, белую? Да. Вот это ты зря, Сережа. Лучше бы ты другую какую-нибудь. Мама бы меня не ругала так. Угу. Она меня наругала. Афоня! Афоня, ты ешь? Ну, надо туда, вон там. Ура! А вы хоть что-нибудь обмыли уже, качали, выпили? Не надо, что же надо помывать.
А еще рано обмывать? Доски не прикручивать. А что вы их еще не прикрутили? А что мы тогда так сейчас? Так когда завтра что-то допить. А потом еще следующий раз. Доски прикрутить надо. А рыба будет, забирай у него. Вот рыба, нарезали? Нет, а жарили. Вера, сейчас только первый слой покраски обмываем. Тут все так культурно. Ау, Папа! Папулька? А уже обмыли, в смысле, на два раза больше здесь потрачено, чем на качели, да? Вот так качеля выйдет. Афоня! Кто там пришел? Он под стул уже лезет, да? Он такой нормальный человек. Так, ты давай не умничай. Идите играть. Так, Гришка, Гришка. А чё это ты вдруг, а? Сдал кента. Только хотя бы встать бы на ноги сначала. Да. Стой. Слышь, этим... В атаку, да? В атаку, Миша, кричи. Афанасий, хорошие руки попал. Афоня попал, хорошие руки, да? Пустите тебя. Он через карпал попровил пальчик. Ага, ему на улитан к маме. Ты к маме попал, Афоня. Вышли на улицу, это там очень жарко. Афоньку велики. Афоня. Качели, посмотрели, уже Серега ее малой покрасил сереньким грунтовкой пока. Домик. Мальчик вот такой маленький, старый, не с компьютера. Ну не глючило ничего, то есть пошел. А флешка стоит. А в саду теперь есть интернет. А в саде у вас там интернет есть? Нормально? Дома на хуторе? Конечно. Да ты что, я без интернета туда не переехал. Им же повезло, что у них дедушка ветеран. А вода? Вода, вода с колодца. Не склад, колодец. Афося! Плачет. Что вы тут строите? А тут поиграть. Это волк? На волке. Где их босс? Решил, ну давай, 2 минуты. Михаил. А что это мы тут делаем? Миша тут. Не волосы не забудьте. Все, папа за рулем. Потому что мама пила пиво. Поэтому папа сегодня за рулем. Папа рулит. Да, я на руках. Мы на заправку заехали. Ой, что тут у нас не горит, а вот теперь горит. Сейчас уже почти 11, тут у нас речка. Ну что, мы приехали, Сережа сейчас еще Женевку выпускал. А, уже все на место сразу, еду-то ей Сережа понес, кашу ей сварили. Гляньте, тут у нас газончик. Слушай, ну газон вот здесь вообще красотень, да? Очень красивый. Правда, сейчас темно. Ну что, на сегодня все. Всем пока. До завтра. Сегодня отличный вечер. Вообще погода просто супер. Не жарко и не холодно. Очень свежо и классно после дождичка. После дождичка в пятницу, да? Сегодня пятница? Или сегодня, сегодня суббота? Сегодня суббота. Ага, сегодня суббота. Вообще, представляешь? Я забыла, какой день. Ну, в общем, все. Всем до завтра. Всем пока-пока.